çıkmış, sevilmiş insanların hayatı ve ismi sadece kendilerine ait değildir. Halka aittir artık onlar. И ведь жизнь и взгляды тех людей, которые посвятили всю свою жизнь именно народу, именно тем, тому, чтобы поделиться с ними своим творчеством, это очень важно. Это не их собственная жизнь, эта жизнь принадлежит турецкому народу. Назым Хикмет bu ismi onurla taşıdı. Ömrü boyunca direndi. Yaşar Kemal direndi. Sabahattin Ali direndi. Tarık Akan direndi. Birçok arkadaşımız direndi. Safa sağlam kaldılar. Ve onlardan birisi, direnenlerden birisi de Edip Akbayram. Это, конечно, Сабахаттин Али, Яшар Кемаль, Назым Хикмет. Но среди этих людей одно из очень важных мест занимает, конечно же, господин Эдип Акбайрам. Ve ismi Edip, yani sanatçı, edebiyatçı. Soyadı Ak ve Bayram. Sahte Ak değil, gerçek Ak burada. Белый светлый праздник, то есть не просто праздник, а именно светлый праздник.